жертва склоняется сексуально, и тренеру маякует, мол, все нормально. Однако канадский соперник очень хитер. Он начинает прятаться под ковер. Но под ковром внезапно слышит салам. Там его ожидает Абдул Салам. Внезапно канадец проводит пыльный прием. Он убегает коварно в дверной проем. Но и в дверном проеме слышит привет. Там брат Абдул Салама, Абдул Самед. Абдул Самед возвращает борца на ковер. Шея канадца цветом, как помидор. Лицо его страхом искажено досконально. И глаз задергался очень оригинально. Но в этот момент судья прерывает его, чтобы канадец живым вернулся домой. Абдул Салам берет золотую медаль, а серебро судья его брат отдал. Канадец согласен с решением судьи досконально, хоть